Программу большого визита в белорусский Брест чрезвычайный полномочный посол Венгрии Жолт Чутора начал с церемонии открытия лавочек в городском саду. Два арт-объекта от посольства и консульства стали отличным дополнением уютного сквера, центральной аллеи городского сада. Лавочки расположены друг напротив друга, однако в достаточной близости, словно символизируя дружеский диалог между нашими странами. В городе сложилось много интересных традиций. Зажигать фонари на центральной улице, проводить выставки, ярмарки, фестивали, ну и, конечно же, проявлять гостеприимство. Ну а городской сад – это с недавних пор любимое место, где жители и гости нашего города отдыхают. Поэтому стало доброй традицией устанавливать здесь памятные скамейки. Мы открываем две таких скамейки. Эти скамейки подарены городу посольством Венгрии в Республике Беларусь и генеральным почетным консульством в городе Бресте. Ну и пусть эти скамейки, как символ дружбы венгерского и белорусского народа, позволяют жителям и гостям нашего города комфортно отдыхать и набираться сил для новых достижений. Подарок Бресту дипломатическая миссия сделала в преддверии своего национального праздника – Дня Республики. Беларусь и Венгрия имеют много общего, и эти обстоятельства дают шанс взглянуть на структуру диалога между республиками в разных плоскостях. Направлений для взаимодействия достаточно. Экономика, спорт. Насчет образования тоже есть возможность, но это может быть, что между вузами реализируется сотрудничество через города побратимские. Вначале надо такое-то. Я так думаю, что есть о чем говорить, есть что работать. Продолжение мероприятий, приуроченных ко дню провозглашения Венгерской Республики, стала презентация в отеле «Эрмитаж» предвижной выставки «Открой для себя Венгрию». В рамках экспозиции ее авторы смогли рассказать о своей стране намного больше, чем то, что обычно входит в туристический справочник. В рамках одного вернисажа им удалось собрать малоизвестные достопримечательности и самые яркие спортивные достижения. И это только часть того, что может быть интересно брестчанам и белорусам в целом. Между Брестом и отдельными городами Венгрии уже существуют побратимские связи, но и их можно расширять с учетом интересов бизнеса, экономики, культуры. То, что посольство Венгрии сегодня в Бресте реально проводит День Венгрии в разных форматах, это для нас очень даже комплиментарно. Эта выставка, она позволит нам еще больше узнать об этой интересной и недалекой от нас стране и позволит выйти на нормальное укрепление туристических, экономических и прочих связей. А побратимские контакты у нас уже активно налаживаются. Примечательно, что несмотря на определенные эпидемиологические процессы, посольство Венгрии довольно активно популяризирует свою страну в нашем городе Бресте, понимая важность города Бреста для венгерско-белорусских отношений. Поэтому мы рады, мы приветствуем и готовы оказывать в дальнейшем всяческое содействие. Кроме выставки в отеле «Эрмитаж», экспозиция открыта в Центральной городской библиотеке имени Пушкина. Она пробудет здесь неделю.